Всем привет! С вами вкусно, просто и полезно. И сегодня я хочу показать вам, как приготовить салат с крабовыми палочками. Чтобы отварить рис, нужно в кипящую воду, я взяла 2 стакана, отправить 1 стакан риса. Перед тем я его промыла. Все размешиваю и оставляю вариться. Рис я займусь нарезкой остальных ингредиентов. Для начала я измельчу крабовые палочки. Заканчиваю нарезать крабовые палочки. Сейчас я буду измельчать огурец. Его нужно нарезать соломкой. Вот, огурцы я уже тоже измельчила. Так, мне осталось почистить яичко, сейчас почищу. Сейчас нужно очистить яйца. Измельчить только зеленый лук. Измельчила и отправляю к остальным ингредиентам. Открыть консервированную кукурузку. Жидкость из кукурузки я слила и отправляю сюда же. Рис у меня уже остыл, и я отправляю его к остальным ингредиентам. Думаю, весь. Все это перемешала и добавляю майонез. И все нужно хорошо размешать. Я все хорошо размешала и заправила солью. Салат с крабовыми палочками уже готов. Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал или оставляйте свои комментарии. С вами было вкусно, просто и полезно. Приятного аппетита!